Всем привет, я Александр Михалин, и сегодня поговорим о криптомессенджере Eleven от компании PlatinCoin. Вчера вышло обновление до версии 2.0, и в этом видео я покажу, как обновить, скачать и установить криптомессенджер, а также пробежимся по функционалу. Для удобства делайте это буду с компьютера, а вы на своих телефонах. На телефоне открываем Play Market или App Store, в зависимости от своего устройства. В поисковой строке пишем Eleven и нажимаем поиск. Если приложение уже установлено на ваш телефон, то здесь вот нажимаем обновить, и оно обновится до новой версии. Если приложение еще не установлено, то нажимаем установить и ждем, пока приложение установится. Когда приложение установится, нажимаем открыть. Нажимаем «Старт», вводим свой номер телефона и нажимаем «Далее». Причем зарегистрироваться также можно и по электронной почте. Сейчас он у нас загружается. После чего к нам на телефон придет код, который нужно будет здесь ввести. Также пишем свое имя. Можно и здесь тут же загрузить было фотографию. Разрешаем. На этом установка криптомессенджера завершена, а в этом окне у вас будут показываться последние ваши переписки и сообщения. Теперь давайте посмотрим, что разработчикам уже удалось реализовать, перейдя в главное меню. И для удобства добавим в контакты первого друга. Сделать это можно, выбрав Invite People. И тогда здесь у вас откроется записная книжка на телефоне. Но так как я показываю с компьютера, у меня ее, соответственно, нет. Или выбираем контакты. Дальше нажимаем на плюс. И вводим номер или e-mail уже зарегистрированного пользователя. И выбираем «Далее». Теперь вернемся и посмотрим еще раз. Видим контакты. Появился у нас первый контакт. Давайте откроем чат. Уже сейчас вы можете звонить друзьям по аудио-видеосвязи. Они, кстати, работают отлично. Также вы можете посылать голосовые сообщения. Для этого нужно нажать и удерживать микрофон. Обмениваться смайликами. Писать сообщения, делиться фотографиями. И переводить PLC монеты. Для этого необходимо нажать на кошелек. Но об этом позже. А пока давайте отправим первое сообщение. Будет «Привет». Теперь с телефона отправлю первый, значит, ответ. Как видим, сообщение появилось. Сейчас я телефон отложу теперь в сторону. В версию 2.0 нам добавили PLC кошелек. Но я уже видел версию, где есть и биткоин кошелек. Давайте перейдем в главное меню и посмотрим, как его сгенерировать. Нажимаем на стрелочку. Здесь выбираем PLC Wallet. Придумываем пин-код. 6. И нажимаем «Далее». Обязательно сделайте скрин QR-кода и сохраните вместе с цифрами. После этого нажимаем, ставим галочку и нажимаем «Финиш». Вот так выглядит наш кошелек. Баланс, как видим, пока нулевой. Давайте скопируем
адрес нашего кошелька и попросим его пополнить. Так, перейдя в контакты и в сообщения. Отправляем адрес в сообщениях. И сейчас с телефона, с такого же кошелька, я отправлю монеты. О чем сделаю также и уведомление. Теперь давайте вернемся в наш кошелек и посмотрим, пришли ли монетки. Так, переходим. И буквально через 2-3 секунды после отправки PLC монеты, как мы можем видеть, поступили к нам на счет. Как видим, CryptoMessenger 11 уже сейчас работает отлично. К тому же компания PlatinCoin будет вознаграждать пользователей монетами за общение и другие действия в сети. Что не может не радовать, учитывая, что курс одной монеты PLC уже сегодня на биржах составляет 15-20 долларов. На этом все. Добавляйтесь в друзья в 11 и до новых встреч!